как только кто-то говорит о марафоне касаемо денег, сразу же возникает карта желаний, какие-то миллион желаний нужно написать в книгу, намерения и еще куча-куча всего, что люди уже точно знают, что не работают, но все равно ждут какую-то волшебную таблетку. На нашем марафоне, деньги — это просто, мы будем говорить о другом. Мы будем говорить, как внешний мир влияет на внутренний. Какие наши внутренние органы говорят о том, что мы не можем заработать какую-то определенную сумму денег, что мы не можем позволить себе какой-то образ жизни, что мы не можем съездить куда-то. Да, это как раз мы можем считать с наших внутренних органов. Как это делать? Конечно же, мы поговорим с вами на нашем марафоне. Он будет чуточку глубже, чем другие. Глубже не в том смысле, что он будет круче, хотя он будет, конечно же, круче, а в том смысле, что мы будем заглядывать внутрь себя. Ведь не просто так мы состоим из много-много чего, но все время обращаем внимание, делаем акцент только на внешнее. Может быть, поэтому не работает? Ну что, начнем? Присоединяйся.